Так, ну что, зрители ТикТока, есть не очень приятная новость для вас. А именно, у ТикТока сейчас появились нововведения. С чем это связано, сейчас я вам все это расскажу. Короче, ситуация заключается в том, что ТикТок переходит в такой режим длинных видео. Если раньше вы могли наблюдать в ТикТоке очень много разных роликов до минуты, там по 30 секунд, очень много видосов снимались, там всякие тренды под музыку, да, то есть достаточное количество видосов было таких, ну прям коротких, и вам это очень сильно нравилось, вы любили такие видеоролики, то сейчас, конечно же, ТикТок хочет сделать формат видео до 30 минут. Почему это все делается? В общем, смотрите. ТикТок — это, как и любая социальная сеть, она сделана для того, чтобы зарабатывать, да, это такая маркетинговая система, в принципе, да. Сейчас ТикТок, когда вы вот листаете видосы, в принципе, похер, какие видосы вы листаете, реклама в ТикТоке вставляется между видео, да, то есть вы, например, видео просмотрели, переключили, появляется реклама. Конечно же, эту рекламу не смотрите, пролистывайте дальше. И ТикТоку из-за этого, как бы, ну, по сути, доходы очень минимальные. Поэтому сейчас они начинают продвигать, решили такую делать систему, как в YouTube-канале. Они будут делать длинные видосы, чтобы в этих длинных видосах можно было вставлять рекламу в моменте видео. Да, то есть, ну, в принципе, все как в YouTube, то есть все, как вы привыкли. Идет ролик, например, 10-15 минут, и где-то плюс-минус на 5-й, на 6-й минуте будет вставляться реклама какого-то либо бренда, либо еще чего-либо. Поэтому, ребят, ну, как бы, да, я согласен, что многим это будет не нравиться, но ты ничего с этим не поделаешь. То есть поэтому авторы сейчас все будут переключаться на режим горизонтальной съемки. Вот, в принципе, так, как я сейчас вот снимаю. Вы сейчас можете наблюдать, вы когда смотрите этот ролик, снизу есть такой квадратик, да. То есть если вы на него нажать, видео переключится в полный экран. Сейчас будет все именно так. Вот мне интересно сейчас спросить у вас, как вам вообще нравится эта идея? Хотели бы вы смотреть такие ролики? Или вы все-таки привыкли просто перелистывать, да, то есть там 30 секунд, минута, и вам, в принципе, достаточно. Напишите, пожалуйста, в комментарии, нравится ли вам эта идея. И еще, как это будет спонсироваться, все видосы, которые будут сниматься больше, чем на 3-5 минут, они будут лучше продвигаться, чем те, которые остаются вертикальным и буквально до минуты. Так что, ребят, все видосы следующие, которые я буду снимать, какую-то информацию, рассказывать вам про трудоустройство, про работу в Европе, про все многое, вы будете видеть в горизонтальном положении. Сразу же за это вам хочу вас предупредить, не знаю, может быть, извиниться, кому это не нужно, но ничего не поделаешь, такое время, все хотят зарабатывать, поэтому сейчас будет все именно так. А вы оставьте в комментах, нравится вам это или нет.